Всем большой привет! Решила выполнить очень долгожданный запрос. Это показать коллекцию моих блокнотов, тетрадей, ежедневников, записных книжек, ну и тому подобного. Это очень сложный запрос на самом деле, потому что у меня очень большая коллекция, и эта коллекция не просто мною собрана, она собрана вами. Что-то брала и я, потому что мимо красивого блокнота я пройти не могу, и очень много даже из-за границы присылали девочки. Поэтому мне кажется, моя коллекция очень интересная. Было время, когда в фикс прайс такое разнообразие привозили блокнотов и ежедневников, что тоже мимо было не пройти. Взяла я сейчас то, что у меня лежит на одной полке, на хорошей полке такой, большой, и будем рассматривать. Вообще, еще в трех местах лежат блокноты, но я думаю, если мы все-все-все с вами переберем, то это будет очень много серий. Поэтому давайте начнем с этих. Кому интересно, оставайтесь со мной. Кому непонятно, зачем столько, вы это все не испишете. Поверьте, я не планирую в этом вообще никогда писать. А через несколько десятков лет мои правнуки, ну, могут прямо целый музей открыть, либо разбогатеть на этом, на всем. Но это уже шутки. Что я хочу вам показать первое? А первое я вам покажу то, что никогда не показывала, потому что это подарок. Только-только вчера, вот вечером, поздно уже, перед закрытием, бегала на Валберис и получила от Марины подарок. Марина меня побаловала как раз тем, что я вам сегодня собираюсь показывать. Смотрите, какая прелестная книга для записи кулинарных рецептов. Готовлю как шеф. Выглядит она вот так. И мне понравились как в начале форзац, так и последняя страничка. Посмотрите, какая прелесть. Куда какие специи, как смузи банановый делать, меры веса, стейки как приготовить. И здесь, вот здесь тоже уже есть несколько рецептов, да. Ну а самый главный рецепт – это хорошее настроение, как получить. Поэтому давайте подзарядимся именно так и с таким настроением будем смотреть этот ролик. Марина, огромнейшее тебе спасибо, вот так выглядит внутри эта книга, но я ее пока использовать не буду. Я ее пока положу в свои новенькие, на эту полочку, куда последние блокноты попадают. Очень много, конечно, подарков. Ох, а вот я думаю, из пакетиков-то доставать или нет? Наверное, лучше доставать сейчас. Вот такая тетрадь, это уже А4. Не так давно она ко мне приезжала. Это видео будет не информативное. Мы будем смотреть обложки. Жалко, что вы не можете тактильно посмотреть. По страницам я не буду сильно тут вдаваться. И мы будем смотреть внутреннее содержимое. Какого цвета странички, линовочка, есть какие-то вот особенности. И все. И все. Вот так. Не буду рассказывать, от кого что приехало, но так как от Марины только-только, поэтому, конечно же, спасибо хотелось сказать, показать. Ну а дальше буду показывать уже все, что у меня есть. Одна из самых, если не самая большая тетрадь, это у меня от Avon. Вот такой раритетик есть. И это не просто записная книжка, но как бы книжка человека, который распространяет Avon. Она ко мне приехала немножко такая, с брачком. Вот такая прелесть. Тут можно и посчитать. О, ну, даже работает, видите. Все, что необходимо здесь воткнуть. И вот этот вот блокнот, он со временем, с годами, видите, тут отклеился, оторвался. Можно подклеить. Я его просто вот годами не трогаю. Поэтому он оттуда выпал. Ну, в общем, в любом случае, такая раритетная вещь у меня есть. Ох, откуда начать? Ну, давайте с больших. Совсем недавно ко мне приехал вот этот зайчик, тоже очень оригинальный. Вы только посмотрите, как красиво оформлено, как будто прямо из самой дальней заграницы.
Все состарено, как я люблю. Даже странички такие, как будто переработанная бумажка. А может и переработанная бумага. Вот мне нравятся эти черные вкрапления. И вот так вот он выглядит. Ну, супер-пуперский прямо. Ой, я вам сейчас, знаете, что покажу? Несколько тетрадей. Я залезла на днях в мамин ящичек. У меня сохранился мамин ящик. Самое ценное, что мне было, ну, как бы, не хотелось никуда отдавать, не девать, и такая память о маме. И несколько тетрадей у нее там нашла, причем там 2000-х годов эти тетрадки. Вот две сохранила. Она очень любила стихи писать, записи делать. И вот две тетрадки из ее запасиков я положила в коллекцию. Трогательно, очень трогательно. Далее. Две тетрадки Soft Touch. Авокадо на морковку не равняется. Стать лучше, чем вчера, оно старается. И авокадо не грустит, а за погода мне хорошо в любое время года. Тоже такой позитив. Клеточка. Ну, такие они прямо яркие, красивые. Из тетрадей давайте я вам сразу покажу те, которые я вот прямо буквально вчера вам показывала. Это подарок тоже с такими гусями. Только приехал. Катюше, спасибо. Что ни день, то праздник. Гусиная братва. Как будто я специально лучше всех. Себе и мне любимому. И все окей. Вот такие вот гуси. По одному экземпляру Макс взял учиться в колледж. И по одному мы отложили. Далее, еще тут есть тетрадочки. Вот так они выглядят. Разноцветные. И тут, прямо, не знаю, вам видно? Видно, выпуклые. Вот такой песик. Такой котик. Все 48 листов, но здесь уже видно. Вот такой вот крутышка, котик. Позитивный песик и вот такой вот. И это все клетка с полями. Ну, прелесть. Просто прелесть. Продолжаем. Чтобы не говорить много слов паразитов, одинаковых восторгов, поэтому я буду стараться вам, ну, иногда показывать просто молча. Иначе будет, ой, как красиво, ой, какая прелесть, вот то, что сейчас вы слушали 8 минут. Как зима уже? Зима. Чудо-кот. А руки мыл? Покажи. Ты видел, что там? Нет, не что, чё там? И я не видел. Ну, в общем, такие позитивчики. И вот эта тетрадь, эти позитивчики, ну, как бы обычные с полями в клеточку. А эта тетрадь я недавно тоже показывала в покупках, и она меня покорила не просто вот какой-то особенностью своей, но и вот таким форзацем. Ну, все они 48, наверное, листов по стандарту. Ну, и это еще Soft Touch. Так. Что же у меня тут еще? Еще тут несколько есть наборчиков тетрадей. Это на фикс прайс брала, мне понравилась вот такая идея. Очень красиво. И посмотрите второй вариант. Это еще больше понравилось. Сзади также. Космос. Мыльные пузыри. И вот такая еще. Супер. Вы кто? А мы панд... Нет, это не пандочки. Вот пандочка. Засыпанда это. Это засыпанда.
Поставь меня на зарядку. Галочка. И она, они, смотрите, такие ребристые. Классные, приятненькие. Еще тут у нас есть панды. Моя жизнь просто космос, потому что я звезда. И не поспоришь, да? Вот тут весь набор. И, по-моему, у меня весь набор и есть. Сейчас посмотрим. Музыка в ушах и оптимизм очень укрепляют организм. И он выпуклый. Вот такой ноутбук. По-моему, из этой же серии, да, вот эти вот полосочки. И еще две из этой серии. Моя мечта похудеть, но как же не жить без мечты, поэтому худеть мы не будем, чтобы мечту не потерять. И быть счастливым легко, главное не сдуваться. И опять он такой прямо выпуклый, классный. А, тут еще вот что было, а я вам не показала. И сзади, да, то же самое, да. Во всех, ну вот цвет разный, видите. Угу. Голубые, зелененькие, в общем, под цвет обложки. Очень классно. Еще вижу две тетрадки, которые я недавно приобрела, и они немножко уже отличаются от предыдущих своим дизайном. Очень классный софт-тач, и тоже похоже, вот как будто откуда-то из-за границы приехала, состаренный такой формат. Тут дождь, шапочка, тут зонтик висит, смотрите. Тоже такая-то мимишна. И вот тут Советский Союз, да, посвящается Советскому Союзу. Пионеры. 60-е, мне кажется, даже годы. Послевоенное что-то. Может, 50-е даже. Наши родители, их времена. Далее. А дальше уже, по-моему, у нас идут... Нет, вот еще нашла не в твердой обложке. Тетрадь в волну. Давайте достанем. Мы привыкли в клетку, в линейку, а тут тетрадь в волну. Причем, смотрите, вот как бывает, детки пишут, так она уже и готова. Вот такая интересная по дизайну. Ко мне приезжала в подарок. Давайте ее тут положим. Так, вот такие есть еще тетради. По формату они похожи вот на эти, только вот эти soft touch. А вот это нет, не похожи. Поменьше, чуток поменьше. Эти гладенькие. Тоже такие, как иностранцы. Здесь в точечку. А, ну если смотреть, то плюсик тут у нас бежит. Ой, класс. И вот такой крутой кот. Ну и тут то же самое, да? Если смотреть, то бежит. Супер. И позитивчик. Такой неон. Вот так. Клеточку. Супер. Сказала, не буду слова паразиты. Ну, больше смотришь, чем контролируешь себя. И посмотрите, тоже интересный какой вариант. Где тут первая страничка-то? Найду. А, нет, это и есть первая. Она приклеена. И в точечку. Приятно. С закладочкой. Что я вижу тут еще? Вынула. Прямо моя сестренка, моя Катюшка сзади. Я тогда на Валберес увидела такую тетрадь и сразу купила ей, а потом взяла и себе. Сделай шаг, и дорога появится сама собой. Ну, сама собой, естественно, не появляется. Нужно шагать. Это да. В любых начинаниях нужно шагать. Так, а это что? А это вот что-то в подарок. Наверное, такие бывают еще обложки. Вот моя. Можно и другие было найти. И тут в точечку. Но мне понравилось то, что прямо моя Катюшка. Очень похожа. Прямо очень. Что тут у меня еще под рукой? Недавно
Вот такого гуся мы фикс прайс приобрели. Мы знаем все уже, что Макс у нас гуси-любитель, утка-любитель. И когда фикси увидели такую тетрадку тоже с этой закладочкой, то этот гусь попал к нам. Вот такой ежедневник в подарок, по-моему, был. Да, смотрите, какой красивый. И золото. Супер. Далее. Мы с вами только первый контейнер разобрали, а их еще вокруг меня три или четыре. Вот это мне очень, девочка, понравилось. Мне кажется, записную книжку я тоже фикс-прайс взяла, потому что мне вот очень впечатлила вот эта девочка. Красота. Следующее я вам покажу. Это тетради мне и Любаша дарила, и я сама как-то подкупила. Такие тетради есть на Яндекс.Маркет. Сейчас тоже их достанем. Это супер копибук. Посвящено осени. Это, наверное, одна из самых любимых тетрадей. Вот такой разворот. У нее восхитительный и форзац. Смотрите. И это как картина. Да? Ну и листики состаренные, и еще и цветной срез. Закладочка есть. Просто ух ты. Вторая посвящена Парижу. Тетрадь тоже копибук. Здесь зеркальная в развороте. Вот так. Ну, там дальше также и тоже закладочка есть. Вторая. А третья уже ноутбук. Поуже. Это блокнот уже идет. И лавандовые поля. Разворот. И все они еще и цветной срез имеют, и закладочку. Достаточно дорогие тетради, а так бы и остальные, какие существуют, я бы приобрела с удовольствием. Наверное, я вот уже время пришло избавиться, может быть, вот от этих вот штучек, от пакетиков. В общем, не знаю пока. Но смотрим дальше. Есть в коробочках у меня несколько тетрадей. Это с замочком идет. Вот ключик лежит. Такой подарочный вариант. Также есть еще одна вот такая. Ну что, доставать-то? Давайте достанем. Начнем вот с этой. Заперто. Ну, еще бы, это девчачий тайничок. Два ключа. Открыла? Нет, не открыла. И что у нас тут? А тут вот такая девчачья радость. О, он сам запирается, видали? Обратно сюда, это сюда и в пакетик. Так, здесь у нас вот так открывается. Смотрите. Такая кожа. И сам блокнотик в точечку, в листочек, в клеточку. Ух ты, прямо крутышка. Не очень удобно тут.
Наверное, надо вот так, вот так. Опа. А, все, сообразила, еле сообразила, как надо. Вот так обматывать. И здесь уже вот так. В общем, вот такая идея. Следующее тоже в коробочке. Это подарок тоже был. Сейчас. Опа, видали? Тоже. Ну, идея такая же. Но как это круто смотрится. Вот такие вот желтые листы. Супер. Вообще просто супер. Еще один интересный есть блокнот в коробочке. И здесь тоже с ключиком. Вот два ключика и вот такой блокнотик. Ну, сейчас открою. Сейчас уже быстрее я соображу, как это сделать. Опа! Вот, по тому же, да? Похоже. Тоже закрывается? Да, тоже захлопнула и все. Давайте поближе покажу, какая красивая. На магните. Тоже сюда. Знаете, еще какой интересный есть, ну, необычный, скажем так, блокнот с Египта. Единственное, мне тут не понравилось, что-то было египетское, неинтересное, и я декупаж поменяла в этом месте. Но идея сама... Такой самодельный блокнот. Просто супер. Смотрите. Вау. Просто вау. Дальше есть две записные книжки. Приезжали они ко мне. Ой, вот это вот уже порвалась. Приезжали они ко мне с Америки. От Оксаны Поц. И тут «Не хомяч». Пользуйся, вот смотрите, не хомяч, а пользуйся одним. Можно вешать на холодильник, на магнит. Ага, не хомяч, конечно, вот тут. Вот этот можно, конечно, повесить. Но я пока не повешу, пока я хомячу. Дальше. Куда мы будем с вами дальше смотреть? Ну, наверное, давайте по большим. Вот какие у меня тут большие под рукой остались. Ой, вот это крутышка. Это у меня один из новеньких последних блокнотов. Сейчас. Для меня это дорого. Где-то 400 рублей стоит блокнот. Но я его очень хотела. Потом на Валберес они пропали. Вот это записная книжка. Тут можно и даты ставить, и что хотите. И он очень-очень толстый, намного прямо страничек. И тут код. Прямо стильно, круто. Кожзам, ну такой прямо солидненький. Также только недавно приобрела несколько ежедневников. Тоже на Валберес. У меня бывает приступ, когда я хочу что-нибудь новенькое в коллекцию добавить. Ну, внутри просто ежедневники. Ну, тут вся красота именно в обложках. Вот этот потолще, побольше страниц, где-то 120. А вот эти 2 на 80, кажется. Выбрала вот так. Прям очень хотелось добавить что-то в свою коллекцию. Ну, добавила, раз хотелось, добавила. Угу. Из таких вот высокеньких есть у меня несколько пушистиков. Вот давайте мы с вами пушистиков и посмотрим. Ох, их надо будет доставать из пакетов и сразу убирать в пакеты. Я их буду хранить в них. Ладно. Для вас ролик длится 24 сейчас минуты. Для меня уже второй час. Смотрите, какая это прелесть. Да? Любите такое?
Детский сад любите? Я люблю. Почему пушистик? Потому что он пушистик. Там клетка, закладка, ну тут весь смак вот в этой красоте. Следующий. Вот такой зайка с глазками, смотрите. С ушками, самыми настоящими. Тут морковка у него. Он такой милашный, он такой пушистый. Прямо как медвежонок, там точечка. Но весь смак именно вот в этой вот красоте, милашный, мимишный. Ну, прелесть же. Так, заяц, стой пока. Сейчас мы тебя упакуем в пакетик. У меня несколько блокнотов. Вот такой вот серии. Они в другом месте лежат. А этот у меня повторка. И он все время под рукой. Я думаю, брать, не брать, брать, не брать его в использование. В этом есть, ну, как бы своего рода минусы, потому что вот это вот очень неудобно, когда оно... Ну, ты хочешь писать, а тебе, например, на коленку положил, колется. Но вот при этом это такой кайф вот этим вот заниматься, туда-сюда крутить. Кожаный блокнотик. Нет, кожаные, подождите, давайте еще мы пушистиков. Вот такой пушистик. И этот пушистик в пятерочке мне попался. Смотрите, какой он в линеечку. И вот в пятерочке, да, я его брала. И его я брала не один, их было там несколько, я взяла два. Второй вот так выглядит, енотик. Вынула, потому что здесь есть хвостик, понимаете ли. Ушки есть. Также линеечка. Ну, в общем, милашно тоже. Тоже милашно. Это уже из фикса пушистики. Здесь такая, знаете, как вот фотоальбом. Обложка мягенький, а все остальное пушистик. Он квадратный, просто белые чистые листы. И таких у меня пачка. Давайте я не буду их уже доставать из пакета, потому что система вся та же самая. Тут енотик, милашка-овечка. Они все дышат. Видите, у них есть тут дырочки для дыхания. Белый мишка. Вот такой вот зверь-жираф. Пчелка. Также есть пчелка. Далее. Смотрите тоже, какой интересный. И он мягкий, вот как фотоальбомы. Почему у меня все время ассоциации с фотоальбомами? Вот такие вот мякиши. Внутри вот так. Разного формата странички, вставочки, видите, какие. Вот этот хочу показать. Катамания. Мне очень он нравится. Просто очень. Здесь вот так кошечки. И весь он в оригинальных кошечках. Видите, какая прелесть. Под старину еще такие фотографии. Классный, прекрасный. Вот такая красота. Закрыли все окна. Ой, смотрите, здесь тоже вставки какие интересные. Я уже про них забыла. И тут время. В какой стране, да? В каком месте, какое время. Ой, какая прелесть. Здесь еще есть. Прямо вау.
Когда фикс прайс был все по 36, кто помнит? Вот именно примерно в то время. Да что ж он раскатался-то, я уже окно закрыла. Туда-сюда под окном ездит. У нас тут даже не улочка, а какая-то вообще забегаловка крошечная. И вот он катается туда-сюда. Смотрите, какая прелесть. Это уже получается этим блокнотом больше 10 лет. Здесь интересные вставки, которые не просто 3D. Тут, мне кажется, это 6D, да, или сколько D, когда вот крутится. Оригинальные странички. Ну и сам блокнот такой прямо суперский. Я их, когда купила, я еще ничего не коллекционировала. Тоже такая вставка. Прямо, да, кажется, что вот можно пальцем туда вглубь отправиться. И здесь тоже интересные вот эти вот странички. Прямо. Ух ты, ух ты. Просто ух ты, ух ты. Вот такие, в общем, у меня есть. Еще один мякиш. Желтенький. Состаренный. И листики. И прям закладочка. И тоже вот прямо так бы и потискала. По времени больше 30 минут. А у меня тут еще много. Остановиться? Или будете досматривать? Я начну торопиться. Давайте вот эти покажу. Тоже они интересные. Это фикс прайс. В дырочку, в серебряную. Внутри клетка. И у меня вот такие три. Я долго выбирала, не могла выбрать. Тоже это мякиш такой вот прям. И выбрала аж три штуки. Один круче второго. Еще два интересных. Тоже, по-моему, это фикс прайс. Тут и цвет играет роль. И soft touch такой прорезиненный. Клетка тоже, закладки. Ну, прелесть прелестная. И здесь еще вставки вот эти вот, видите, как черные. И благодаря этому очень красиво смотрится по оформлению. Вот такой ноутбук есть. Маленький с собачкой. Вот этот интересный. Так, где тут вход-то? Вот он вход. И это вот такая тройная раскладушка. Тут и записная книжка, и телефонный справочник, и ежедневник. Вот видите, чего только нет. Мы такими сейчас телефонными справочниками и не пользуемся, да? Вот когда-то было нужно. Интересные тоже были блокноты фикс прайс когда-то. Мы прямо за ними охотились лет 5 назад. Тут и художникам посвящено, и вот всяким ежикам, и котам. Тоже давайте покажу уже такое прямо это боевой. Любили мы листать эти разноцветные странички, смотреть, что там за иллюстрации. Каждый листик оригинален. Где-то лапки, где-то там еще что-то. Ну, в общем, круть. Такой и списала один. У меня было два, потому что тут прям одно удовольствие. Как что ни страница, то тоже красота сказочная. У кого-то тоже это все еще сохранилось. Тут можно каждый листик рассматривать, и он будет интересен. Ярче страничку найти.
Я думаю, придется все-таки остановиться очень много по времени. Импрессионисты, да, этот. По-моему, то же самое. Да, это такой же. И Йоши кактус есть. Вот тут уже позитивчик такой. Каждый листик оригинален. Каждая страничка интересна. Кому-то детский сад. Да, я все еще в детском саду и не тороплюсь из него никуда вылазить. Ага, вот еще такая есть. Моя любимая собачка. Это все из этой же серии. Тогда было не остановиться, как хотелось. Тут все иллюстрации одной художницы. Ну, в общем, прелесть прелестная. 18-й год. Вот когда мы это все. И еще вижу одну с котом. Вот, безудержное веселье. Но я вам такое уже показывала с котиком. Там внутри одинаково с лапками, который был. Вот кажется, да? Смотрите, сколько их на самом деле. Просто вау, как много. Вот такой интересный блокнот, даже записная книжка в клеточку. АСМР постучать, если уже, да? Это ежедневник. Тоже. Звуки разные, да? Вот так. Розы, розы, розы. Это в подарках приезжал. Да тут почти все в подарках. Так, мне нравился вот этот блокнот. Как будто правда вышитый, да? Тут же вышивка. И ощущение, что прям вышивка. Тоже крутой. Вот эти два очень классные. Прямо я их... Где же я их брала? По-моему, Магнит Косметику увидела. И вот... Мне срочно надо стало. Так-то все клетка. А сзади вот так. Супер, супер. И в подарках ко мне приезжали, но эти нужно прямо вот листать. Тут Коко Шанель и Фаина Раневская. Жизнь в цитатах, две записные книжки, в которых действительно есть цитаты. И их каждую можно читать. Видите? В общем, круто. А здесь на сером уже таком фоне. И тоже все в цитатах. И цитат-то немало. Ой, что же я еще один контейнер показывать? Еще один. Будете терпеть. Тоже интересные вот эти блокноты были посвящены кошкам и енотам. Кот и хозяин за работой. Играть, 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 играть. Кот и утренняя зарядка. Тут чьи рисунки? Вот, смотрите, эти повторки. Два одинаковых. Утренняя зарядка. Енотик вот такой. Кот 99 сосисок. Это сюда. А вот это три енотика. По енотикам. Что у нас там внутри? Тут все посвящено енотам. Еще и с цитатами. Сейчас проверим, одинаково. По-моему, одинаково. Ну, прямо круто. Все разные же, да? Мы же не повторяемся в картинках.
все разное. Съезд. Работа не идет. Не входить, работает енот. Ну, в общем, прикольно. Кот с сосисками. Главное, это здоровый сон. Давайте расписание хоть покажу. Вот. Все запомнили, поэтому у кого есть кошки, можно начинать суперспособности. Давайте тоже посмотрим. У кого терпения хватило до сюда долистать. Ну да, тут интересно, конечно, не просто листать, но и замирать. Следуй за мечтой. Ну, в общем, можно прямо зависать это сюда. И вот еще кот и хозяин за работой. Мяу-мяу. Вот еще как есть. Я не имею никакого отношения. Все запомнили? Так что, если что, ищите других виноватых. Ну, в общем, как-то так. Из того, что у меня осталось тут под рукой, вот такая прелесть. Тут дизайн такой, что... Кто не хочет жить в таком доме? Ну, расскажите. Это же просто мечта. Ну, хотя бы лето пожить, да? Так. Тоже клеточка. Далее какой подарок. Вот тоже интересный, с велосипедиком. Ну, там клетка. Не буду я его открывать. Ах, красота. Ой, вот такие еще были когда-то фикси. Серебро такое. Да-да-да, помню. С зеркалами были. В общем, вот такой у меня есть. Вот так. Котиками. Тут и зеркало в форме кошечки, и в форме цветочка. Ну, а внутри просто клетка. Вот, зеркальные. Ты кто? Вот такой конвертик интересный. И он, по-моему, да, вот каждый листик отрывной. Очень симпатичный. И на магнитике этот конвертик. Как я люблю, почтовая тематика. Клетка. Ну, еще немножко. Вот тут золотиночки. Просто я все с одной полки достала, и если я сейчас убирать начну, мне надо убрать все. Поэтому я уже долистываю, вам показываю. Вот такой интересный. Тоже он у меня уже несколько лет в подарках был. Тут можно увидеть, какого года. Может быть, 17-го даже. Ну, давно-давно. Тоже приезжал в подарок. Такая глянцевая машинка на матовом фоне. Клетка. Толстенький. С котиком. Прямо толстенький. Ну, тоже клетка достаточно крупная. Есть мелкая клетка, да, тут крупненькая. Ой, вот эти интересные. Их, по-моему, у меня один или несколько было, не помню. На спиральке. Клеточка. Тоже так это. Покажу поближе.
Ну, тут басик такой, король. Когда он к нам приехал, мы еще вообще не знали этих басиков. Вот тоже интересные. Это Скрита приезжал в подарок. Магнитный. Крутышка. Париж. Тоже такое прям состаренная записная книжка. Ой, как я все это люблю. Спасибо, кто делает запросы. Я ж первая получаю удовольствие от того, что вам показываю. Смотрите, тоже он какой состаренный. Листики прямо как будто старенькие-старенькие. Откуда-то с чердака достали. Тоже вот эта вот почтовая тема. Прямо. Ух ты. Это блокнот на спиральке и убран. Ну, видно, что клетка. Давайте не буду доставать. 120 листов вижу. Вот такая кошечка. У нас еще была одна, прямо тут большим фоном одна кошачья лапка. Но Макс им пользуется уже на протяжении многих лет. Там осталась пара листочков. Вот. А здесь вот такой вот. Здесь подальше, тут поближе. Это красоточка. И вот так. Есть еще тоже клетка, уже мелкая клетка. И мы с вами на финишной прямой. Вот такой блокнотик «Лучшие моменты» есть. Тут не так много, но как красиво. Можно записки писать. Еще и как открыточки так выглядят. Вот так. Тоже каждый листик можно использовать, отрывать, что-то записывать. Но так красиво все сделано, что жалко. То же самое. Больше отрывные листочки. Есть просто беленькие, а есть вот такие красивые. Это фикс прайс, по-моему. Вот, видите, тоже есть прям целые белые листики, а есть куда записи делать. И еще один точно такой же, только уже детская тематика. Вот. И тут каждый листик. С одной стороны можно писать или просто оформлять. Все, герой, кто со мной справился, все посмотрели. Вот мы с вами сколько разобрали. Это одна, да, одна полочка всего. Но большая полочка. То есть тут очень много блокнотиков хранилось. Так что я пойду все на место укладывать. Спасибо вам за терпение. Спасибо, что делаете запросы. С удовольствием их выполняю, даже которые мне не очень хочется, так как нужно залезть куда-то, что-то достать, потом протереть, потом по пакетикам вынь все, потом все обратно засунь. Но удовольствие я получаю, поверьте, мне кажется, даже больше вашего, потому что я тактильно со всем этим общаюсь, да? Всем прекрасного настроения. Спасибо за то, что смотрите. Спасибо, кто ходит на Дзен, смотрит там. Для меня это очень важно. И всем прекрасного вечера, утра, дня, времени суток. Пока.